Сколько вы еще раз можете так сделать? 2000 раз в одну сторону, 2000 раз в другую. Может, даже 2500. 2500 точно делала. То есть, я так понял, вы со спортом никогда не расставались? Никогда не занималась. Никогда не занимались? Никогда. А теперь Галина со спортом дружит. Она всегда и во всем проявляла активность. Много работала после выхода на пенсию и не думала просто так сидеть дома, пока в Октябрьском районе существует ТОС Тимуровский и не придется. Тут вставлены специальные массажные ролики, которые проходят вдоль всего позвоночника. И то есть проходит массаж идет от шейного отдела позвоночника и по всему столбу. Все появилось благодаря Татьяне Юрьевне Колотилиной. Она председатель этого территориального общественного самоуправления. Ей удалось выиграть несколько грантов. Так появились массажеры и тренажеры. Только раньше заниматься на них приходилось вот в таком тесном зале. Здесь же пенсионеры проводили чаепития и литературные вечера. Даже спортивное оборудование поставить было некуда. Председатель Тимуровского попросила для ТОСа у администрации города еще одну, отдельную комнату. Ее предоставили, но в таком виде. Студенты нам помогали выламывать все это, выносить мусор большой. Вот. А уже жители именно делали ремонт. Участники ТОСа своими руками? Своими руками. Все своими руками. От и до. Студенты, им большое спасибо, потому что они вот ломали и выносили этот мусор. Потому что бабулька все-таки тяжело таскать эту тяжесть. Рабочие руки были, а вот материалы нужно было искать, и Татьяна Юрьевна нашла. Все, кто участвовал в благоустройстве, приехали на открытие новой комнаты здоровья. Со стройматериалами помог Владимир Отмашкин, гендиректор строительной компании «Союз», а окна установили за счет средств фонда Александра Прокопьева. Это не мечта даже была, это четко поставленная задача, цель. И вы к ней поступательно, очень так оперативно, степ-бай-степ шли. Да. И мы вам в этом только помогли. Поэтому вот реализация, это, безусловно, все ваше. Я думаю, что вот ваш этот пример, он достаточно показательный и для других жителей микрорайонов. Теперь я вам хочу пожелать заниматься своим здоровьем. Желающих заниматься здоровьем так много, что в новом тренажерном зале все группы уже расписаны по часам. Популярностью эта комната пользуется у всех поколений, и студентов, и пенсионеров. Кстати, тренировки здесь абсолютно бесплатные. И в этом тоже заслуга Татьяны Юрьевны. Андрей Дриер, Илья Халяпин, «День с толком».